Такое вот начало года. Ну что, попробуем ляльку завести. Неумирающая сила Солериса, он будет жить. Берегите природу, мать вашу, так как после новогодних праздников у меня была встреча с животным миром. Животный мир отделался легким испугом, в отличие от нового Солериса. Вот. Солярис обездвижен, но не повержен. Мы продолжаем серию роликов сами именно ремонта Солярис своими силами, потому что когда обратились к официальным дилерам, стоимость ремонта нам озвучили порядка 200 тысяч рублей. Но это нецелесообразно, при стоимости машины там около 300. Поэтому смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, подсказывайте, где что можно будет дешевле взять именно по ремонту данного Соляриса. И мы начинаем серию роликов. Начинаем мы с самого простого, то есть мы сейчас попробуем снять передний бампер, чтобы была возможность оценить более детально ущерб. Машина не транспортабельна, потому что загнут передний и левый рычаг. Мы его сейчас попробуем заменить, подобрать у машины, снимем колесо, потому что колесо ушло вот туда дальше в стойку. Ну и будем понимать, что у нас есть проблемы со стойкой и так далее. Потому что ну, есть много повреждений пластика, потому что это было все вот так вот зажато, и как бы ну, и был некий элемент амортизации. Поэтому с виду оно может быть целым, но треснут детали, вот это сразу видно. Вот. Кстати, сразу моментально и можно оценить. То есть нужно менять полностью трубку все. То есть посмотрим по изоляции, посмотрим по проводам, по блокам, коробке. Ну, по мелочевке придется на самом деле много чего. Поэтому подсказывайте, где можно купить за адекватные деньги запчасти. Частично я уже нашел. Ссылочки с повреждениями, с ценами будет все внизу под описанием. Поэтому смотрим дальше. Ну, сейчас будет тачдаун. Ну что, из формата квадроблогера, внедорожного блогера мы превращаемся в автомеханика. Как-то так. Колесо в стоечку ушло, пластик, здесь полностью все крепление, здесь вот экран зажало, полностью замяло все, полностью надо вот это все менять, тут вроде отбойник отработал нормально, даже вот датчик под подушки, поэтому все в принципе очень даже хорошо, то есть ее даже не сильно не сдвинуло, иначе сработали подушки, а у меня подушки не сработали. Здесь надо будет коробку менять. Там он блок зажало с рычагом. Ну, крыло понятно. Подкрылка. Приступаем. Ну что, у нас здесь куча клипс и у нас ключ на 10. Поэтому снимаем пока бампер. Основное. Ну что, вот это у нас концевик капота. Не забывайте его смазывать, иначе у вас будет мозг лопать машину. Это у нас бампер, ну понятно, что тут все под замену. О-о-о-о! Я походу попал на радиатор. Для понимания, новый радиатор, короче, надо будет. Да, машина, конечно, система охлаждения, но передняя рамка полностью под замену, наверное, не вижу смысла ее менять, брать бушну, потому что это моя безопасность. Да, удар был в переднюю часть радиатора, его выгнуло прям туда, под ну, такой хороший лично угол, поэтому нет смысла выправлять. Здесь однозначно замена радиатора. Это дорого. Это дорого. Немного поддомкратили машину. Снимаем колесо. Примерно уже масштаб, если ориентировочно, уже понятен. Дальше смотрим уже. Ну, что и требовалось доказать, особо одаренные люди разбивают это кувалдой и едут дальше, сжирая шину, но доезжая до дома. Я решил не рисковать. Шаровая опора живая, с медной смазочкой. Петя, тебе огромный привет и респект за ремонт моей прошлой замены, я не помню, что там делал, дисков. Отходили как на совесть. Итак, что я взял в качестве альтернативы? Я взял Метако, это у нас рычаг левый передний Made in China, официальный импортер Amtel, не те, которые резину производят.
сейчас посмотрим, в чем разница. Во всяком случае, визуально. И, то есть тех, кто к ремонту машины имел только не то, что косвенно, никакое отношение. Так, ну, смотрим. Ну, диагональ понятна. Сайлентблоки понятно забиты. Лицом здесь. Надо посмотреть, наверное, чехольчик какой-то. От шаровой опоры. Еще болтик. Ну, в принципе, да. Здесь вот смазки. Видно, что с запасом. Ну, что-то как-то она жестковато не работает. Ну, нормально вроде как бы с точки зрения детали. Поэтому ставим Митаку. Не знаю, посмотрим с точки зрения эксплуатации уже дальше. Ну, теперь возвращаемся к тому, зачем здесь защита для пластика, для шаровопора. То есть, когда вы ставите, да, и не дай бог вы порвете пыльник, она очень быстро выйдет из строя. Поэтому ставим ее вот именно с пластиковым защитным кожухом. И после этого уже его снимаем и прикручиваем. Ну что, мы поставили рычаг, наживили шаровую опору, закрепили. Так, ну, у нас закадровая живая камера работает, она будет помогать комментировать. Шаровая опора затянута насмерть, наживлены рычаги на рычаге сайлентблоке. Потому что затягивать их нужно в рабочем положении в избежание их отрыва. Посмотрим, поставим колесо и будет видно, как и что у нас получится. Ну теперь у нас хотя бы колесо ставится на место, на свои шпильки. Да. Ну, учитывая, что я как бы хорошо разбираю, наш оператор, он же сервисмен, не могу его назвать, он слишком популярный. Вот, но если в Вязьме вы будете проездом, вот там он есть телефончик, автосамоборта. Чего я, собственно, все это? Сейчас мы машину поставим на ход. Я очень надеюсь, что она сможет двигаться сами. И мы сможем заехать в теплый бокс. Потому что на улице холодно. Да. А машина движется только на его кадре. Ну, по крайней мере, до этого. Пока. Поэтому все мешающие движению элементы пластика, разбитые, снятые и так далее. Вот, остаются уже детали. Так, мне нужен ключ на 19. 17. Это 17. На. И да, напишите в комментариях, как вам такой формат видео, когда и с оператором общаемся, и когда с людьми общаемся. Можем чуть ли не прямые эфиры в Ютубе включать по ремонту машины и постоянно пускать. Если это интересно, пишите в комментариях. Гайки по диагонали, затягиваю, да. Избежание перекоса. Да, надо было еще обратить внимание, чтобы не было налипшей грязи на тормозном диске, который мы прикручиваем к ступице, и на самом колесном диске. Поскольку потом может быть и дисбаланс, колесо станет криво, его будет бить. Обращайте внимание при затяжке. Зазнайка. Да, ставим ровно колеса, опускаем домкрат и посмотрим, что получится. Влево. Еще чуть-чуть. Хватит. Спустили колесо. Машина встала на место, не упирается теперь уже в крыло. Я думаю, что она поедет. Опускаем домкрат дотла. Ну, это значит, что стойка не выбита. Ну, стойка посмотрим. Я думаю, да. Вопрос, это нас хоть развалит только. Вот. Опускай капот и пробуй тронуться. Я сниму этот момент. Назад опять. Вперед. Тихо, 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 без фанатизма, прижимай сюда. Так, ну солярис зашел, слава богу. Нормально. И мы в тепле. Ну что, работает? Работает. Я думаю, будет хуже. Но все равно по пластику очень много нужно будет еще делать. Поэтому сейчас сразу главное достать. Механика ходовая. А визуал это уже дело такое. Можно сходить к парикмахеру, покраситься и так далее. Ну что, поехали дальше. То есть у нас получается замена так называемого экрана, то есть полностью телевизора, если это будет точно.
заменой вот этой передней балки. Кто-то говорит, просто выпрыгнет, говорит, нет, я лучше буду морально спокоен. Здесь вот будет стоять балочка, и я, наверное, еще варю небольшой кусочек швеллера. Да нет, так, можно сразу варить кусочек швеллера, и никакой балки не нужно. Ну, надо, чтобы она немножечко играла, чтобы был некий элемент демпфера. Все равно это конструктивно предусмотрено и так далее. Поэтому здесь, понятно, что мы по пластику будем менять воздухозаборники, коробки, крепления таких предохранителей и всего остального. Ну, дальше по существу смотрите глобально. Надо откручивать защиту, по ходу дела. Менять на новую. Штучка нам неплохо демпфировала. Я взял переднюю часть машины. Что у нас было снято переднее крыло, были некие элементы заморочки. Клипсы крепятся вот так вот. Вот сейчас у нас тут идея возникла поставить на двухлитровый движок. Посмотрим, как это возможно, подумаю. Не у нас, а у тебя. Да, ну, и раз у меня, значит и у вас. Слушай, мы не подписывались под это. Я сам ничего не планировал. С литрами тогда уже детский сад, давай что-нибудь L6 попробуем. Ну раз уже делать проект, можно два ЖЗ, да, можно и два ЖЗ. Не влезет. Волгу ставили, я видел. Засунем. Серег, ну что? Что? L6? Да без разницы вообще. А лифтовать как будем? А как хочешь. Уже за твой каприз все, что хочешь. Любой каприз за ваши бабки. Ну, надо технологически понять, насколько это возможно. Технологически возможно все. Возможно. Было бы желание. Ну, посмотрим. Когда есть голова, руки и сварка, можно все. Поверь. Все можно. Все. Есть. Вес открушаем. Так, ребят, ну что, снят был телевизор, понимаем, что из всего у нас повреждений переднего радиатора кондиционера, есть элементы, которые нужно будет равнять, рихтовать, красить, но это уже детали отдельные. Так, в принципе, есть понимание, что делать дальше. Теперь новый телевизор. А, ну тебе нужно срезать. Так, а тут снизу-то не садится. Все останется на свое место, но ты получил ломай какой-то матери. Ну, почти даже выставилось. Качество нравится. Ну, да. Китай есть Китай. Старайтесь брать или качественные аналоги. Это Mobis и все остальное. Но не вот это, что я взял. Даже вот это запчасть стоит вот этот телевизор 7800, если не ошибаюсь. Просека капота, которую мы забыли переставить, теперь откручиваем с битой рамки. Хотя бита ее полно можно назвать, можно было поправить. Конечно, это деформировано. Оставим, пускай будет. Запасно. Поскольку она жестче, чем та, которая новая. Новая сделана такое ощущение, что из фольги. Китайские запчасти, это родная, но... Ну, это тоже не родная, поскольку она черного цвета, а не покрашена. Но, тем не менее. Да. Прецеденты были ранее. Были. Зима, лед, гололед. Тормоза придумал друг. Лампу ставим для красоты. Крепление все поломано. Более-менее машина на ходу. Осталось только прикрутить бампер. Ну, тот, та часть, которая осталась от него. И, в принципе, поставить колесо. Ну, теперь бампер будет навести. Ну, сейчас его там подтянет. It's life! Легкий тюнинг бампера.
Пойдет? Пойдет. Затянем сальный блок, поставим защиту. Все, машину выгоняем до прибытия остальных запчастей. Хорош. Совместными усилиями, ну как совместным, я так больше так снимал, светил, инструмент подносил. Но в целом, как бы, вид уже машина имеет, есть понимание по ремонту, все это. Сейчас немножечко сделаем итог.